Анупама – это ремейк бенгальского сериала «Сримое», в котором Рупали Гангули, Мадалса Шарма и Сунханшу Панде играют главные роли. Ветеран Болливуда, актер и тесть Мадалсы Шармы Митхун Чакраборти недавно угостил весь актерский состав шоу своей невестке вкусной едой из овощей бирьяни. В настоящее время шоу возглавляет чарты, так как зрители любят выступления Рупали Гангули, Мадалсы Шармы и Сунханшу Панде. Мадалса замужем за сыном Митхуна Чакраборти Мимохом. Говоря о лакомстве, Мадалса сказала и «Таймс»: «Мой тесть – замечательный повар. Его познания в различных кухнях поражают воображение. Он создает свои собственные рецепты. И всякий раз, когда он что-то делает, я пробую это с удовольствием. Я считаю, что это самое вкусное блюдо в мире. Когда папа прислал бирьяни для всех нас, вся труппа наслаждалась едой». Он чрезвычайно счастлив, что за такой короткий промежуток времени Анупама завоевала так много сердец. Говоря о своем продюсере Раджане Шахиде, она добавила: «Для меня это мечта, ставшая реальностью. Я всегда испытывала огромное уважение к нему на протяжении многих лет. И в конце концов, когда я получила возможность играть Кавью, это было прекрасное чувство. В первый раз, когда я услышала роль Кавью, в моей голове зазвенел колокольчик. Каждый день, когда я прихожу на съемочную площадку с чувством, что делаю что-то хорошее, моя семья считает, что Кавья действительно сильный персонаж. Они счастливы, что я играю эту роль убедительно». Thank you.